Там был Саня Джиггернаут Бля, и снова кто-то хуйня там. попалась. До свидания. Я не понял, я даже лампочку не могу там включить. По кайфу, мина. Всем привет, с вами Саша Джиггернаут, со мной опять сегодня Юсуп. Продолжаем мы миссию Payday. Вроде называется крысы или не, вроде сторожевые псы. Надо тут, короче, кокаинчик. Да, сторожевые псы. Надо стырить. Не стырить, а вернуть себе кокаинчик. Тут к нам все эти школьники заходят. Я что-то ступил и сделал открытую миссию, а не только для друзей. Сейчас надо нам отбить это все. Так, у кого там скилл прокачан? Давайте его через забор. У меня прокачан. Да, вообще качок. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Полегче, да? Ну, за сумку кто-то божественно прям. Так, все, пошли дальше тащить. Бля, это носится. Мамка носит. Пойдем, короче, на тебя тащить. Вертолеты. Вертолет. Надо катеру сигнал тогда. А, кстати, я пойду это сделаю. Так, что у нас в запасе? Кстати, какой к нам уровень подключился? Да пофиг какой. Не, просто прикол в том, что у него ни сумок, ничего и нету. Может, он так чисто по кайфу. По обстановке. Так, нашего током бьют. Блин, ослеплялка. Фиксы. Надо уж второго этот скилл. Бля, снова. Слушай, а тут ждать придется, мне кажется. Потому что катер, он... Почему? Он тут сумок мало берет, да, один раз. По 4, что ли? Он четыре сумки берет. Ну и чё? Его ждать придется. Так, давай внутрь, это... Там машина есть, машину засунем. С приором? К сожалению, нет. Все, не в приору несу. Это не приоры, не машины. Кроме приора нет машин. Да электрохача занесите, у меня током бьет, блядь. Хач сказал хочу. Хочу хача. Там ты аккуратно их расфасовывай. Я их тебе буду перекидывать. Мерчендайзинг. Типа. Хачендайзинг. Мне патрон нужен. Так, вот тут сумка есть. Где? С патронами. Опа, красоте. Ну вот, зелененькая. Так, я пойду мины с датчиками движения ставить. Бля, снова меня током бьет. Я вообще сейчас мины по красоте наставлю. А, свои божественные. Ну скажи, кто еще для семьи? Кто семьи? О! Шаман бабах ты. Просто бабах или Аллах. Ау. Мы им по кайфу бабах сделаем. Все. По кайфу бабах будет. Смотри, я вообще прям профильный. Смотри, я как бы по красоте. О, это же меняет дело, а не то, что твои эти. Вертикальные.
А смотри, я одну все-таки поставил такую. Иди сюда. Фу, хач. Иди ко мне. 6 секунд. Хорош там. Зацени. Иди сюда, вот смотри. Я не понял, я даже лампочку не могу там включить. По кайфу, мина! Это такая бомбочка на Новый год была. Сам видишь, куда я турель ставлю? Вот тут потом поставишь. Ну, когда моя... Я на капот поставлю, в случае зомби-апокалипсиса. Смотри, вообще у нас, смотри, по красоте приор мы сделали. Йос. Угу. Вот чем тебе не это, не апокалипсис автомобиль. Так, а че не так пыляют долго? Там, бля, в щитонос, а они... Даже столько вылечных пулей. Упал, школьник. Вставай, братиш. Сейчас поднимем. Так, столько... Блять, щит. Знаешь, какая самая боль, когда... Потащили. Потащили. Когда турель пыляет в щитоносца. Вот, впустую. Это боль для техника, да? Это для меня боль. Ну, я говорю для техника. Блять, снова током. Слышь, а тут хорошо, эти турельки будут держать, сумку у нас никто не стибрит. Ну-ка я сейчас по-профессиональному, как Джордан. Так, попал. Кстати, больше турели не оставь, запас надо оставить. Да какой запас? Так, я последнюю сумку. Мы тут разносим, как отцы. Да еще, еще, а это пока пули есть, а потом сосем. Слушай, может надо движ и что-нибудь пройти? Ты охуел. Он меня достал. Если, в принципе, попробовать с Тейлсом, то можно. С Тейлсом. Эй, а вы этого поднимите, где он? Да поднял я этого хача. Турели, патроны кончили. Да, блин, а откуда мне током бьют? Нормально вообще. Хач, слушай. Турели разрядили, кстати. Бля, ты еще вторую... Поставил. Да. Что, тебя поднимать, что ли? Или полежишь? Сам встань. Вот смотри, я на тебя крикну. Я на тебя крикну. Вставай, хач! Что я сделал? Я взорвал мину. Я школьник. Не мою, надеюсь? Не, я свои, которые на гараже постоянно. Просто у меня мина, это, мои, но не взрывай, они отметить. Блин, ну, сань, заряд и турель поставил. Ну чё ты ноешь-то, у тебя чё, патрон ты? Чё, как катер подождёт? Нет. Катер ждать будет? Ну да, конечно. Или побежим? Ну не знаю, если побежим, то как-то некрасиво будет. По-дагестански. А чё, мля? Лахаля, мля. Вайбэ. Это последние сумки? Да. А, тогда чуть-чуть осталось. О, кто-то на меня дорвался. О, гранатки. Саня, возьми эти... Ну, сумки остались. Ты офигел, я так сумку. Ну что, читерить, что ли?
не хочу. Так, я не понял, а тогда где остальные сумки? Мы их скинули, чё тут? Нет, тут одна лишняя получается. А-а-а! Одна в море, упала, все нормально. Ара-ара! Ну, блин. Лишние сумки. Чё ты туда побежал, блин? Нифига мне со всех сторон. Чё, купаться хочешь? О, у меня достижение граната открыто. Я их 100 раз кинул, вайбэн. Блин, застрял. Прикольно. Всё, танк, пошли. Танк, блин. Да хоть мам, где он? О, вот он. Он в помещении внутри. Я сейчас впервые танка один на один загашу. Или нет? Да, загасил. Один на один, офигеть. Скилл. Я от него раньше бегал. Тебе это... В клан вступать надо. В ГТ полюбас. Опа, школьник. Симулянт. Блин, черный О. танк, ну вас... Я его с крыши долблю. У меня патроны кончились. Это не есть хорошо. Вайбе. Патронов вообще нету. Все, я бежал. Я как чух, самый первый. Пожалуйста, не ждем. Да все, я уже вот вертолет. Я уже дома. Ну. Я уже думаю, я не знаю, чего ждать. Ну окей, я с тобой. Напиши им, чтобы они тоже шли. А где иди курить? Баран режет. Баран. Все, блин. Ладно, по красоте. Не все сумки. Ну, обидно. Что? Хочешь, я тебе еще 1 400 000? Не, спасибо. Обидно. Обишка. Алиф. Он посмотрит. И лайк поставит. Ну все. Ну на этом мы, думаю, закончим сейчас сегодняшний payday. Всем до свидашки. С вами был Саня Пригернал. Бля, снова хуйня попалась. До свидания. И был ты трижды королем чартов. Простая истина, чем выше, тем больнее падать. Пусть выиграл.